Всем, друзья, добрый день, утро, вечер, ночь, у кого как. У нас утро, 10 часов утра, я решила немножко выйти и показать вам этот уголок нашего поместья. Подошла к озеру, сколько воды осталось мало, но вот это самое большое озеро, в котором еще есть вода. А маленькая наша практически уже засохла. Просто хочу вам показать, вот как Рафаэль с Володей 8 столбов меняли. Закапывали вот эти новые деревянные из дерева, потому что вот эти бетонные все развалились, они лежали, но быки, правда, не ушли. И вот они все эти столбы меняли. И потом снова проводил Володя свет по периметру. И теперь уже все хорошо, все замечательно. И теперь уже на днях они начнут, да, наверное, завтра уже, начнут делать коралл. Там возле сарая хотят подремонтировать коралл для животных, для загона. Сегодня у нас хорошо, солнышка нету, чудесненько. А там вдали дым. Говорят, что-то горит в Аргентине, и оттуда вот дым идет. Тянет и тянет. Насколько это правда, не знаю, но разговор такой. Сегодня так свежо, солнышка нет, и решила прогуляться. А то прогулки совсем мои были заброшены. Там вдали дымок. Вот он. Что-то у нас очень часто стало. То в одном месте горит, то в другом месте горит. И весь дым идет сюда. Но сколько смогу, пройду немножко. А вот самый дым, конечно, не пойдем. Не знаю, видно вам, нет, как вот все в дыму на горизонте. Все заволокло дымом. Дышать немножко не очень приятно. Здесь уже полегче дымок. Небольшой, но все равно от ветра еще тянет. Кнополя, как всегда, тут бегают. И ты, Жулечка, моя ж ты радость. Даже вот старушечка со мной ходит, гуляет. Лапки свои расхаживает. Да, Жулечка? Молодец, умничка. Пойдем еще чуть-чуть погуляем, пойдем. Вот где озера были большие, вот такие большие, огромные, то вода еще не так сильно ушла, не так заметно. Еще, в принципе, очень даже хорошо. Лошадки вон вдали пасутся. Там где-то на горизонте еще были. Так тихо, спокойно. И такой вот остров посередке. А озеро вокруг этого острова. Так ничего не изменилось. Все по-старому. Так, ну что, надо идти назад. Уже становится жарко, уже солнце появляется. Вот что осталось от нашего маленького озера. Маленькая-маленькая лужа. Но все равно верим, что дожди когда-нибудь все равно придут. И она наполнится вот так вот до краев. И будет снова у нас хорошее озеро прекрасное. Бычки еще находят что-то грызть. Вот Володя немножко им накидал за забор. То, что здесь накосил нам парень, который всегда косит. Вот немножко, вот стоят и сухую грызут теперь. А то не хотели. А теперь и этому тоже рады. Уже, наверное, года два, как выбросили сюда мусор, сухие обрезки и сухие эти старые кактусы. А они, пожалуйста, здесь пошли. Стоят, как ни в чем не бывало. Ой, какие красивые столбы. Как похожи на тополя. Посмотрите, какие стволы белые у эвкалиптов. Как вроде их известью
побелили. И до самого верха такие, чуть-чуть кверху сероватые. Как интересно смотрится. Здорово. Дом купили, но так же тишина, как и раньше. Когда здесь будет хозяин, когда сюда люди приедут, неизвестно. Ну, а я уже пришла. Уже жара, пекло. Надо бегом в душ. Как красиво расцвели наконец-то эти деревца у соседей через дорогу. Тут были такие капризные, замерзали, никак не хотели. И наконец-то вот такая красота. Мне чем нравится, они долго-долго цветут. У нас тоже во дворе два таких, только у меня такие красные. И так долго цветут. Это очень даже приятно любоваться. Какой-то вот тут прицепился к нам. Непонятно кто. Похож на рыжика. Что-то бегает, бегает. Ну вот и все. Нагулялась я. Оля, патрон! Ой, они все работают, труженики. Это сегодня они будут делать коралл. Туда, куда загоняет бычков. Вот, уже сидит, ждет. Угу, тут как тут, самый первый. Где они будут ночевать? Где они, например, там такой есть маленький коридор, куда их загоняют, когда надо шприцевать. И вот он у нас разломался, и они снова теперь делают с Рафаэлем. А до этого они делали забор по периметру. 8 столбиков меняли, потому что у нас пропал ток. И потом, естественно, они поломали забор. И вот меняли столбики, потом пропускали снова ток, и все хорошо. Ну вот, друзья, трудимся, все равно работаем, несмотря ни на что. Жизнь продолжается, продаем, не продаем, а работать надо. Все нужно ремонтировать, все делать. Сегодня не так жарко, в тенечке всего 25. Хороший такой денек у нас. Вон птичка летит, вот она, парит. Вот наши новости очередные. Иду сейчас в сарай. Хочу вам немного показать, как они там с Рафаэлем коралл этот сделали для быков. Вот видите, одна у нас елочка пропала. Остальные стоят хорошо, как солдатики. Пальма вот эта финиковая долго растет. Ну а в этом году вообще ничего не растет. Все стоит мертво. Ну хорошо, хоть стоит, и то все прекрасно, все зелененькое. Только вот одна единственная сосна пропала. Вот как они как раз везли бревна эти на машине на прицепе. Так дорожка и осталась, потому что трава сухая. Все, хруст стоит под ногами. Ой-ой-ой. Ну пойдемте посмотрим, что они сделали. Столько воды в озере. Утки прячутся от жары на водичке. Прохладе. Петушок наш. Кстати, курочки стали яйца нести. Маленький, естественно, молодничок. Но и то хорошо, все прекрасно. Ой, что красотулечки. А? Красотульки. И черные, и белые. Хорошо тут тенечки. Ветерок такой идет с поля. Вот видите, как Володя сделал. Помните, мы вам показывали, как мы тут быков гоняли. Они вот через эту калитку сиганули. Вот все тут поломали. Володя теперь сделал не на калитке, а отдельно сверху. Полностью вот это. Чтобы они уже не могли перескочить. Так, ну и что тут они сделали? Крышу, конечно, еще нет времени. Вот, отремонтировали все, этот загон. Хорошо так получилось. Жалко, тут такое дерево стояло, но засохло. Пришлось его убрать, крышу, чтобы можно было им прятаться. А вот это и есть такой загон, вот куда их загоняют.
Там их шприцуют, становятся на лавочку, сверху шприцуют и потом выпускают. Кстати, надо делать уже скоро антипаразитариум. О, какие скобы. Все тут хорошо получилось. А вот это просто так задвигается. Выдвигается оно все здесь. Эти доски. И перекрывается. Вот в эти вот проемы. Вот и все. Теперь как жара спадет, потом буду делать, конечно, и крышу. Ух ты! Кто-то к нам сюда пришел. А? Ох, у нас тут курочки гуляют. Ой, вот этот вот у нас песик. Уже, наверное, неделю. И даже спит у нас на террасе иногда. Какой-то приблудился. Гнали, гнали его, не уходит. А сейчас уже и жалко. Куда его девать? Во, во. Во, схватил ее за лапу, эту кнопку, и таскает. Угу. По-моему, она уже у нас снова гуляет. Все они с Рыжиком творят. Ой. Да, Рыжик? О, и хозяин в контейнере сидел. Сидел, только зашел. Привет. Какой ты желтенький, как цыпленок. А у нас, смотри, вон там собака чужая. Вон, видишь, так она и не уходит. А тут курица гуляет. Глянь, к тебе идет. Тихо, идем, иди отсюда. Не гони, а то кошка его, Рыжик, будет гнать. Она, видишь, к тебе пришла, она ручная же. Рыжий. Рыжий, а ну-ка не смей. Эш ты какой шустрый. Иди, иди, сейчас пойдут вас кормить. А вы что побежали? Рыжик! Иди на место. Рыжик, иди сюда. Иди, 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 иди сюда. Кнопуля, иди скорее ко мне. Скорее. Сюда иди. Иди отсюда. Рока. На место. Иди. Цыпа, 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 иди туда. Иди, 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 иди. Ох, хозяйство беспокойное. Надо лиску выпустить. Ой, 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 ой. Ой, чего? Чего? Чего, моя красавица? За вами не успеть. Ну, что творят? Ну, что творят? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, Маруся, посмотри, что они творят, а? Посмотри, что они там творят. Угу. О, за ногу ее хватает и тащит. Да, Маруська. У нас сейчас вот машина подъехала такая интересная. Володя говорит, и здесь продают овощи, фрукты, но продают мешками. Вот привезли картошку, лук, чеснок, дыня, томатен, бананен. Вот сеньора стоит, Володь там немножко с ним торгуется. Капустка чуть-чуть, вот имбирь. Но так как все продают мешками, конечно, мы брать не стали. Единственное, взяли вот немножко бананы и немножко помидор. Ну, вот такая служба у нас в колонии. Приезжают вот так вот и продают. Говорят, даже еще какие-то вещи есть. Футболки, брюки. Но нам это все не надо, друзья. Мы же уезжаем. Так что вот так. Вот такая у нас служба появилась. Но, сеньор, но грация предлагает имбирь. Вот взяли сливы. Давай, возьму и ответь. 20 тысяч килограмм. 20 тысяч вот эти нектарины килограмм. Взяли лук, взяли бананы, немножко помидоры. Вот Володя говорит, дайте мне 10 тысяч сдачу. Вот она на 10 тысяч то банан, то дыню предлагает, то еще что-то. Ну, никак не хочет сдачу давать. Вова теперь вот тут думает, чего брать. Вот давай поймем мы эту одну мелонию всю семью. А зачем? Ох. Золотое, золото, золото завозят для огорода. Что, Володя, еще? Что ты хочешь? Еще что-то хочет купить. Что ты еще покупаешь, Вова? Мандарины? Алло, сеньор. Что ты хочешь? Кило, доз? Вова тут еще решил мандарина купить. А это,
Вот это вот все диез, меньше чем 2 евро. Грация, сеньора. Выразила. Все, набрали. Ну, пошли домой, пробовать будем. Вот, Володя посчитал все эти фрукты и лук также с помидорами. Это где-то примерно 14 евро. Ох, какой здоровый. Что-то не похоже на апельсин. Он уж большой. Ну, не важно, все равно все вкусно, все замечательно. О, Маруся кричит, сейчас я ей сразу бананчик один дам. О, увалились все. Маруська, посмотри, как они тут все увалились. Ну, надо же, я думала, они не будут здесь прятаться, как щенята. Они тоже тут попрятались. Что ты ластишься, моя хорошая? О, я вас кормила утром. Маруська, банан вкусный. Да. Угу. Ты где? На. Ой, вкусненький бананчик. Кушай, кушай, моя девочка. А? Да. Вкусненько. Красавица ты моя. Держи, держи. И куда ты убежала? Тебе что, банан не понравился? Давай, ешь. Держи. Держи. Вот так. Угу, на. На. Но я же не буду все время тебя держать. На. Вот ты какая хитрая. Бери лапочкой. Бери. Бери. Ой, ты прям как старушка. Там никак банан не можешь разгрызть. Да. Держи. На. Вот. Ну, разява. Ну да, уронила. Вот теперь кушай здесь. Теперь кушай здесь. Иди. Да. Я не буду тут тебя больше кормить. Ишь ты какая. Ну, хочешь выйти? Ну, выходи, Лиза. Тебя не поймешь. Ты туда или сюда. Шток на пулечка. Ты бананы не кушаешь. И снова он здесь. Ну, все. Уже я их путать начинаю. Так, правильно, Лиза. Чужих. Ишь ты какой. Еще огрызаешься. Смотри, а то мы тебя выгоним. Страшилка. Вот, он уже прыгнул, слушайте. Ну, наглый такой. Ты, и куда ты собрался уже? А? Ты куда собрался? А ну, геть отсюда вы. Иди, 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 иди. Ты посмотри, даже не уходит. Уходи. Все. Молодец. Ух, как у него шерсть. Гони, Лиза, гони. Вау. Это да. Чужой пришел, да, Лизка? Чужой пришел. Не пускай. Ну, и как тебя звать? А? Откуда ты пришел? Расскажи. Расскажи. Хуючий, лапы тонкие. А? Страшилка. Чего стоишь? А? Ох, какой. На рыжика прям похож. Ой, что же делать-то с тобой? Все, друзья, показала все наши новости. И хочу вам показать. Вот такой у нас теперь уже маленький мини-сосновый бор. Так вот уже они выросли. Красиво так становится. Надеюсь, когда пойдут дожди, будет прохладно, больше к зиме, тогда будет и запах, конечно. А сейчас только красота. Как солдатики стоят. И вот еще тут молодничок поднимается среди фруктовых. Дом уже весь спрятанный. Почти. Такое манго шикарное. Скоро весь дом закроет. Это очень хорошо. Ну все, друзья, с вами прощаются наши будни Парагваи. До новых встреч!